Я – шеф-повар Сергей Малаховский. Вегетарианская кухня – это вкусно, быстро и просто. Как 7 цветов радуги, как 7 музыкальных нот. Готовлю сочный фруктовый салат. И для этого мне понадобятся разнообразные фрукты. Я взял лимон, банан, мяты, яблоко, клубники, апельсина, киви, дыню, ананас, сахарную пудру, тростниковый сахар. Время приготовления, ну, как нарежу, 15 минут, наверное. На счет раз я нарежу яблоки и дыню. Яблочки очищу. Кожица мне не нужна в моем фруктовом салате. Я взял яблоки двух сортов. Один кислый, другой сладкий. Ну, просто для разнообразия. Напополам. Семечки долой. Делать я буду это не мелко, достаточно крупно. Порежу. Чик. Переложу в мисочку. Дынька. Оп. Дыня относится к разряду чудо-продуктов. Усваивается быстрее, чем вода. Так, я справился с косточками. Прям вот так вот такими большими ломтиками нарежу дыню. Беру дынную корку, лапы дракона, выложу на тарелочку вот так. На счет два я справлюсь с киви, апельсином, ананасом и бананом. Банан. Раздел банан, порезал колесиками. Киви чищу от кожицы. Киви напополам. И тоже достаточно крупными сегментами. Очередь апельсина. Отрезаю донца. Зачищаю корки. Сам апельсин нарежу вот таким образом. Тоже не буду мельчить. Достаточно крупно. Ну и теперь ананас. Отрезаю у него верхнюю часть. Отрежу круг. Это у меня будет подставка под вазочку. И зачищу ананас следующим образом. Возьму и пройдусь ножом вдоль корки. С другой стороны проделаю то же самое. Я вырезал из ананаса мякоть. Основание оставлю для вазочки. Мякоть ананаса пополам. Внутри есть твердая часть. В свой салат я ее не положу, вырежу. Со второй поступлю так же. Ну вот, я справился с фруктами. На счет три я нарежу мяту и клубнику. От мяты мне нужны только листья.
клубника я поступлю следующим образом. Отрежу плодоножки. Крупные ягодки на четверти, маленькие пополам. Клубника и мята нарезаны. На счет 4 я сделаю соус для своего салата. В нарезанную мяту положу тростникового сахара, выжму сок целого лимона, и перемешаю. Соус для моего фруктового салата готов. На счет 5 я заправлю салат. Дыня, 2 вида яблок, ананас, киви, бананы, апельсины, клубника. Ну и вот он, торжественный момент. Сейчас фрукты начнут вступать в реакцию с сахаром, задышат. Пусть постоит 3 минуты. На счет 6 я сделаю в ананасе окошки. После того, как съедите салат, можно этой вазочкой из ананаса пользоваться как светильником, ставив туда свечку. Сделать это несложно. Вырезаю просто несколько окошек. Получилась вот такая история. Буду выкладывать в него салат. На счет 7 выкладываю сочный фруктовый салат. Ставлю ананас по центру тарелки. Выкладываю полный моих крупно нарезанных фруктов. Лапки дракона. И посыпаю сахарной пудрой. Делаю это достаточно обильно. У всех вкусы разные. Я уважаю ваш сочный фруктовый салат. Порадует вас.